Гойко Митич в фильме «Ацеола». Автор сценария Гюнтер Карл, Вальтер Пюшель. Оператор Ганс Хайнрих. Вильгельм Неф. Шульце, Юрий Дария, Карен Уговский, Пеппа Николова, Искра Радева и другие. Режиссер Конрад Петцольд. Хорошая, на, возьми. А ты чего скулишь? И на твою долю хватит. Распорягаешь, ребята. Если мое сообщение огорчило вас, прошу меня извинить. Ну что вы, нисколько, мистер Хаммер? Глядя, съехать без провожатых опасно. Повсюду шатаются краснокожие... Черномазы. Я был бы счастлив, мисс Глэдис. Я сумею сама за себя постоять. Цила! Цила! Глэдис, что случилось? Ведь еще сегодня утром ты говорила, что мы поедем навестить мистера Мура, не так ли? Ведь говорила. Даже Хаммера отправила к мистеру Муру, чтобы предупредить его о нашем приезде. Ой! Ты целый час потратила на свой туалет, а теперь отказываешься ехать. Извини меня, но я тебя не понимаю. Ничего не понимаю.
Ты ведь так хотела видеть мистера Мура. А как он интересно рассказывает о больших городах на севере. И экономка у него очень милая. Хватит, замолчи. Она больше не экономка. Она его жена. Он женился на этой индианке, бросив всем вызов. На краснокожей. Перестань, наконец, прыгать. Вернись и надень другие туфли. Ну что ты, зачем возвращаться? Робин починит. Здравствуйте, мисс Цилла. Почини мне туфли, Робин. Что ты делаешь, Цилла? Посмотри, как шипит. Ты очень неосторожен, Робин. Мисс Глэдис, надо опасаться. От черномазых ужасно воняет, как ты только можешь входить в кузницу. Ах, Глэдис, у меня не такое тонкое обоняние, как у тебя. Знаешь, Цилла, я передумала. Мы все-таки поедем к мистеру Муру. Том! Экипаж, мы уезжаем. Слушаю, сейчас запрягу вашу рыжую лошадь, мисс Глэдис. Нет, запряги его. Но ведь мистер Рейнс строго-настрого запретил. Слушаюсь, мисс Глэдис. Глэдис, отец будет сердиться. Не трогай жеребца. Ему надо поразмяться. А мне это доставит удовольствие. Краснокожий.
господи, что же мы скажем папе? А, придумаем что-нибудь. Скажем, что жеребца испугал краснокожий. Но... Кто посмел нарушить мой приказ? Я ведь запретил запрягать жеребца. Что с вами случилось? Недалеко от реки Сувана мы встретили индейца. Он напугал нашего жеребца. Он охотился на моей земле? Не думаю. Позаботьтесь о жеребце. Не думаю, что Ациола охотился. Он, наверное... Ациола? Почему ты сразу не сказала, что это был Ациола? Он был один? Да. В нашей кузнице негры изготовляют оружие. Вы об этом знаете, мистер Хаммер? Мисс Глэдис, за оружие вы, вероятно, приняли мачете. А я вам говорю, они делают оружие. А ну! Где вы прячете оружие? Я не знаю. Но? Я не знаю. Говори, или я спущу с тебя шкуру. О, Господи! О, Господи! Не бейте его. Он ничего не знает. Он ничего не знает. Мистер Рейнс, это я спрятал мачете в дымоходе. Он не виноват. Собственно, за что я плачу вам, Хаммер? Мои негры творят бог знает что, вы ничего не видите и не слышите. Может быть, они задумали бежать краснокожим на тот берег реки Суванны? А может, собираются напасть на нас? Это надо немедленно выяснить. Займитесь-ка этим, Хаммер. Да, мистер Рейнс. Не заговорят, тогда рано утром повесьте их. Займись им. Я больше не могу, скорее бы уж утро. Уже светает. Ну вот и хорошо, все будет кончено. Я избавлюсь от мучений и с радостью предстану перед Всевышним. Я все ему расскажу, как мистер Раймс издевался над нами, бил нас плетьми. Не думая о смерти, мы убежим. Убежим и будем свободными. Свободными, Джозуа. А, нет, Робин, это невозможно. На земле нет свободы для нас. Только на небе мы можем быть свободными, Робин. Так Бог все устроил. И ничего изменить нельзя. И тому, кто пойдет против, не миновать наказания Божьего. Не Бог нас наказывает, а Рейнс. Он боится, что мы убьем его надсмотрщиков и убежим. На его полях тогда некому будет убирать тростник, и мистер Рейнс сразу станет бедняком. Если негр убежит, его поймают и снова приведут к хозяину. Это если он пойдет длинным путем на север.
А надо идти коротким, на тот берег реки Суванны. Туда, где живут семинолы. Замолчи, Робин. Ради бога, замолчи. Говорить об этом еще хуже, чем делать мачете тайком от хозяина. Беги один, если можешь. Беги. А меня не подбивай на такой грех. Джозуа, у семинолов негр будет свободным. Так же, как и они. Hat Land und Vieh. Er kann sogar zum Häuptling gewählt werden, wenn er tüchtig ist. Ein Neger zum Häuptling, Joshua. Bei Gott, Robin, was redest du da? Du fürchtest die Wahrheit, weil du dann nicht mehr Gott ergeben auf deinen Tod warten kannst. Weil du dann zugeben musst, dass es sich auch für einen Neger zu leben lohnt. Doch dann musst du etwas tun. Und davor hast du Angst. Ebenso wie viele unserer Brüder. Там у него будет своя земля и скот. Преодолей свой страх, и ты станешь свободным семинолом. Ты будешь выращивать маис и табак, не страшась побоев надсмотрщиков. Нам терять нечего. Мы должны бежать, пойми же. Здесь нас ждет смерть, а там свобода. Помогите! Помогите! Мистер Рейнс! Мистер Рейнс! Он меня избивает! Мистер Рейнс! Я хочу вам все сказать! Мистер Рейнс! Помогите! Проверь, что делают негры. Упустил, мерзавец! Они сбежали! Лошадей! Искать! Искать! В чем дело? Что за шум, черт побери? Негры сбежали, мистер Рейнс! Привезите мне их во что бы то ни стало, живыми или мертвыми. Кларис? Кларис, weißt du, ich kann mir nicht helfen. Ich habe so ein unheimliches Gefühl. Ich glaube, ich habe Angst. Wovor? Vor Niggern oder vor Indianern? Ich weiß nicht. Идем. Thank you.
больше не могу. Иди один. Вставай. Вверх, я сказал. Бросьте оружие. А, мистер Мур, вы, оказывается, любите шутить. Но это с нами не пройдет. Мы с вами еще не знакомы. Джо Хаммер. Может быть, слышали? Джо Хаммер с фермы Рейнса. Надсмотрщик за рабами. Запомните, на моей земле в людей не стреляют. В людей? Чернокожих вы называете людьми? Руки вверх. Отзови собак, или я пристрелю их. Возьмите свое оружие и убирайтесь. Я тебе никогда этого не забуду. Если лодка потонет, их разорвут аллигаторы. Запомните, Хаммер, я не могу допустить волнений среди рабов. Если хотя бы один негр уходит к семинолам, это служит примером для остальных. А вы позволяете сразу двоим бежать. Этим вы осложняете
наши взаимоотношения с индейцами, господин Хаммер. Мои господа надсмотрщики не в состоянии справиться с рабами. Безобразие, черт побери. Мы бы схватили тех двоих, мистер Рейнс, если бы не Мур и его жена. Они помешали нам расправиться с беглецами. Не рассказывайте сказки, господин Хаммер. Кто поверит, что такому опытному человеку, как вы, может помешать какой-то там выскочка? Вам придется проявить больше усердия, если вы намерены служить у нас. Пора уходить. Он даже страх свой преодолел. Так ему хотелось стать свободным семинолом. Он умер. Ему уже не поможешь. А тебе надо уходить отсюда, если хочешь остаться живым. Удивлен, господа. Джорджии, в Алабаме, племена индейцев, и крики, и хактавы согласились на переселение. А вы не можете справиться с семинолами. Позвольте, с этой проблемой было бы давно покончено, если бы правительство развязало мне руки. На мои предложения провести карательную экспедицию против семинолов Вашингтон ответил отказом. Однако Флорида должна быть очищена от них. Позвольте мне сказать. Я знаю Флориду, знаю семинолов и тоже мечтаю о Флориде без семинолов. Как видите, наши интересы, генерал, совпадают. Но если позволите судить с военной точки зрения, то мне кажется, что проведение экспедиции связано с большим риском. Тот, кто не знает эту страну, склонен недооценивать войну в джунглях. Und militärisch, verzeihen Sie, General, militärisch halte ich diese Expedition für ein zu großes Risiko. Wer das Land nicht kennt, ist leicht geneigt, den Dschungelkrieg zu unterschätzen. Я знаю Флориду. Я хорошо изучил ее этнографию и топографию, дорогой Томпсон. Никто не сомневается в ваших способностях, генерал. Что касается карательной экспедиции, то в данный момент проведение ее я считаю несколько преждевременным по многим причинам. Нам гораздо выгоднее идти с путем. Постарайтесь добиться согласия семинолов на переселение, заинтересовав их вождей деньгами. Дальнейшие действия обсудим позже. Вас, Томпсон, я попрошу остаться. Вряд ли фермеры будут довольно лояльной политикой губернатора в отношении индейцев. Губернатор готовится к предстоящим выборам. Если он будет продолжать в том же духе, он проиграет и непременно. Можете мне поверить. Я поставлю в известность мистера Рейнса о нашем разговоре. Благодарю вас. Видите ли, Томпсон, хотя президент Джексон и приверженец юга, но даже он не в силах сделать то, что хотел бы. На севере только и ждут, чтобы придраться к нам, южанам. Мы должны переселить семинолов мирным путем. Я понимаю, конечно, Клинча и этого фермера, который проявляет такую активность. Как его зовут, кстати? Вы говорите о Рейнсе? Да. Вы с ним друзья? Отнюдь нет. Итак, этих людей я понять могу. Клинч генерал, ему нужна война. А Рейнсу нужна земля индейцев для его сахарного тростника, так ведь? Но они не видят главного. Индейцев мы все равно переселим. Неважно, в этом году или через год, это не столь уж принципиально. Главное для нас сейчас борьба за власть в Штатах. Вот для чего мы должны копить свои силы. Вот к чему должен готовиться юг. Я понимаю. Отважился выступить против людей Рейнса? Ричард Мур. Тот, что женат на дочери Омотли. Он мужественный человек. Помог бежать чернокожим рабам Рейнса и не побоялся его мести. Рейнс этого не простит.
В нашем селении ты будешь в опасности. Рейнс будет преследовать тебя. Мы отправим тебя в селение вождя Черной Пантеры. Подожди в доме Оциолы. С каких это пор власть Рейнса распространяется на семинолов? Агент Томпсон приезжает сюда. Он хочет вести с нами переговоры о переселении. Если мы позволим остаться у нас беглому рабу, то переговоры не принесут успеха. Понимаешь? Я получил сведения, что на этот раз беднолицые намерены поступить честно. Я в это не верю. От переговоров не уйти. Да, ты прав. Но семинолы должны остаться на земле своих отцов. Переселение за много тысяч миль – это смерть для нас. Нам придется себя защищать. И нам нужны ружья, которые быстро стреляют. Ричард Мур раздобудет их нам. Поезжай к нему. Переправимся на лодке? Нет, перейдем вброд. Надо, чтобы лошади были с нами на том берегу. Не все бледнолицые такие, как Мур. Поддерживай давление, Бен. Эта машина тогда как следует будет работать. Все будет в порядке, мистер Мур. Наконец-то ты навестила нас. Здравствуй, Рэя. Ричард, у нас гости. Я рад тебя видеть, дорогой друг. Когда эти подружки встречаются, они болтают без умолку. И до нас им нет никакого дела. Но мы не станем на них обижаться. Прошу. Ну что, Бен? Как идут у вас дела? Все хорошо. Это чудовище слушается вас? Еще бы. Мистер Мур нам показал, как надо управлять этой машиной, чтобы она слушалась. Машинам принадлежит будущее, и у нас на юге тоже. И работать на них должны обученные люди, а не тупые рабы. Если бы все думали так, как ты. На севере уже так думают. Север от нас далеко. А ты живешь во Флориде. Здесь свои законы. Ты можешь достать нам ружья. Много ружей. Зачем, Оциола? Я знаю семинолов как мирных соседей. На нас могут напасть, а нам нечем защищаться. Я попытаюсь. Мур. А, Рейнс. Hello. Я не известил вас о своем приезде, но обстоятельства сложились так, что я должен с вами поговорить немедленно и откровенно. Вот почему я здесь. Я к вашим услугам. Вы не знакомы? Оциола, вождь семинолов, мистер Рейнс, фермер. Я его знаю. Я предпочел бы говорить без посторонних. Мне пора возвращаться в селение. А вы широко размахнулись. Это начало всего лишь. Учтите, в один прекрасный день вы можете потерять свою жену. Ведь она у вас семинолка. А родственные связи у них очень сильны. А разговоры о переселении семинолов ведутся не один год. По-моему, вся эта затея – величайшая несправедливость. Семинолы – мирные земледельцы и скотоводы. К тому же они хорошие и добрые соседи. Я с ними лажу.
Вы сажаете тростник, мистер Мур? Нет, вы же знаете. Да. А если бы сажали, то вам было бы хорошо известно, что сахарный тростник истощает почву, и для его выращивания постоянно необходимы новые земли, новые. Тогда плантаторы вскоре предъявят требования на всю территорию Соединенных Штатов. Почву надо удобрять, обрабатывать машинами. Тогда не нужны будут новые земли. Смотрите, Рейнс, это будущий причал. Скоро сюда смогут подходить пароходы. Вы говорите об обработке почвы. Но разве можно доверить рабу машину, которая стоит много тысяч долларов? Сейчас вы отошли на 10 минут от лесопилки. А если вы надолго оставите этих рабов без присмотра, машина наверняка будет сломана. Вы ошибаетесь, Рейнс. Эти люди не рабы. Они получают деньги за свой труд. Вы им платите деньги? Еще чего доброго. И мои рабы мне скажут, плати нам, хозяин, иначе мы сбежим. Там на лесопилке есть человек, который всегда нам поможет, как уже помог недавно тем двоим. Нет, Мур, тут вы явно просчитались. Я натравлю на вас шерифа. Тот, кто помогает бежать рабам, идет против закона. Рабство я считаю непростительным оскорблением человеческого достоинства, мистер Рейнс. И непростительной глупостью в наше время с экономической точки зрения. И стрелять в людей на моей земле я никому не позволю. Мистер Томпсон, я не ослышался. Вы сказали дочери. Совершенно верно. Уильям Рейнс вдовец. У него две дочери. Они могут вам приглянуться. Прошу вас, расскажите о них. Точные сведения о враге – это первая предпосылка для успешного наступления. С удовольствием. Для меня большая честь снова видеть вас, сударь. Не разрешите представить вам капитана Штока, правую руку генерала Клинча? Позвольте уточнить, это та правая рука, которая обычно помогает генералу Клинчу таскать каштаны из огня. Значит, вы не боитесь огня, капитан Шток? Совершенно верно. Ни огня, ни воды. Вы мне напоминаете римского героя Сцивола. Свои познания в истории проявишь потом. Идемте, отец ждет. Сигары, господа. О, нет, мистер Рейнс, благодарю вас. У меня так много других пороков, что я хочу избежать хоть этого. Позвольте предложить вам посмотреть наш парк, мистер Шток. Это великолепная идея, мисс Глэдис. Тогда пойдемте. Ты тоже пойдешь с нами, Цилла? Да. Только я забегу на кухню и скажу... Eine Limonade machen. Ich komm gleich. Какие новости привезли? Выкладывайте, мистер Томпсон. Превосходные, мистер Рейнс, превосходные. Вашингтон утвердил наш план переселения семенолов из Флориды. Ну вот, видите? Я не сомневался, что мои предложения будут одобрены. Теперь было бы неплохо, дорогой Томпсон, предъявить этим краснокожим пару неприемлемых условий. И затем с помощью солдат выгнать их из Флориды. Но мне кажется, что Вашингтон заинтересован в мирном решении этого вопроса. В мирном? Но в Вашингтоне прекрасно знают, что у семинолов живет много беглых негров. И фермеры никогда не согласятся на их переселение. Семинол — это семинол, все равно краснокожий он или черный. Я, наверное, ослышался. Разве так записано в проекте договора? Да, там записано, что семьи нельзя разъединять. Что нельзя делать, это я вам скажу. Нельзя отнимать у фермера его собственность, мистер Томпсон. А негр, живущий у семинолов, каждый негр, мистер Томпсон, принадлежит одному из нас. Все равно, убежал ли он вчера, или его дед удрал отсюда 60 с лишним лет тому назад. И дети раба, и внуки, как сказано в законе, принадлежат его владельцу. По существу, вы, разумеется, совершенно правы, мистер Рейнс. Но ведь если придерживаться этого принципа, нам не избежать войны. Ну и что? Шток, а то я могу вас задеть.
За меня не беспокойтесь, а вот вы можете упасть, Глэдис. Глэдис! Да, я здесь. Генерал Томпсон собирается уезжать. О, Господи, куда он спешит? Может быть, сказать генералу, чтобы он немного подождал? К сожалению, капитан не может так обходиться с генералом, даже если он сидит в гражданском управлении, как Томпсон. Передай генералу, что капитан сейчас придет. Угу. В стране Арканзас вас ждет плодородная земля для посевов маиса и сочная трава для ваших стад. В ваших селениях не будет москитов, приносящих лихорадку, а ядовитое дыхание болот не будет угрожать жизни ваших детей. Вас ждут там озера и реки с прозрачной водой, в которых много рыбы и совсем нет аллигаторов. Вашими соседями будут дружественные вам племена. Каждый семинол, будь то индеец или негр, может поехать в Арканзас. Eure Siedlungen werden frei von fieberbringenden Moskitos sein. Der giftige Atem der Sümpfe wird nicht mehr das Leben eurer Kinder bedrohen. Im Land Arkansas bedrohen keine räuberischen Alligatoren den Fischreichtum der Seen und Flüsse. Die Erde dieses Landes trägt Blumen und Blüten in Fülle, geschaffen zum Schmuck eurer Frauen. Dies alles wird sein im Land Arkansas, in das jeder ziehen kann, ob roter oder schwarzer Seminole. Всем переселенцам дадут на дорогу муку, сахар и одеяло. Никто не будет ни в чем нуждаться. По прибытии в Арканзас ваши вожди получат от белого отца в Вашингтоне пособие в $200. А в дальнейшем будут получать ежегодную ренту в $500. По этому договору семинолы получат право сохранить за собой новую землю до тех пор, пока текут реки, растет трава и ветер шумит в вершинах деревьев. То, что я рассказал вам, написал белый отец в Вашингтоне на этой бумаге, вот здесь. Хорошо, мы обсудим это известие, генерал Томпсон. Я позову тебя, когда мы решим, что лучше для семинолов. Отец, войны не должно быть. Ты советуешь согласиться на переселение? Нет, переселение принесет нам несчастье. Дочь моя, на этот раз у бледнолицах серьезные намерения. Поверь мне. Отец, только не ошибись. А, das schmeckt was? Ich habe noch mehr. Willst du? Wo baden die Männer? Hier. Und die Frauen? Na, da hinten. Hast du nur die Füße? Es ist mir zu nass, weißt du? Wirf das Messer weg. Dich um.
Ja, ich kenne ihn. Es ist Joe Hammer, Aufseher bei Rains. Er hat meinen Freund erschossen, Joshua, den Schmied. Er hat ihn ausgepeitscht bis aufs Blut. Vorher hat er ihn mit einer brennenden Zigarre gequält. Mr. Rains hat mir befohlen, dich auszupeitschen. Ich muss ihm gehorchen. Er ist doch mein Herr! Du hast getötet. Wir wissen zwar nicht alles, was du auf dem Gewissen hast, aber was wir wissen, genügt. Du wirst gehängt. Nein! Ich habe nur getan, was Rains befohlen hat. Ihr könnt mich doch nicht aufhängen! Du hast doch gesagt, man muss für seinen Herrn sterben. Und jetzt stirb für ihn. Das ist Mord! Man wird euch alle aufhängen! Der Mann steht unter meinem Schutz. Dieser Mann ist ein Mörder! So hat er mich geprügelt. Mein ganzer Körper ist voll Striemen. Ja, er hat den Tod verdient. Ja, er hat den Tod verdient. Aber wenn ihr ihn jetzt tötet, gebt ihr den Weißen einen Vorwand für den Krieg. Dieser Krieg muss verhindert werden. Auch euretwegen. Das wisst ihr. Wir haben keine Angst vor den Weißen. Aber ihr habt doch keine Waffen, mit denen man sie besiegen kann. Robin, gib dem Mann sein Gewehr zurück. Black Panther, Robin geht mit mir. Фермеры, разумеется, не против мирного переселения семинолов. Наоборот, с нетерпением ждем этого дня. Но здесь возникает другая проблема. Это негры, которые скрываются у семинолов. В законе написано ясно. Раб продолжает оставаться собственностью своего владельца, независимо от того, где он находится в данное время. Если правительство будет превратно истолковывать закон, оно потеряет наше доверие. Необходимо совершенно ясно дать это понять президенту Джексону. Ведь в конце концов это мы, жители Юга, помогли стать ему президентом. Индейцы и негры. Такие же люди, как каждый из нас. Это возбудительно! Вот этим вы пустили своих негров! Мы не желаем вас слышать! Успокойтесь! Тише, тише! Господа, дайте джентльмену слово. Пусть он выскажется до конца. Пожалуйста, продолжайте, мистер Мур. Мы с нетерпением ждем. Вы знаете, что я против переселения семинолов. Но если все же это случится, то необходимо и неграм тоже разрешить уехать отсюда. Вместе со всеми. Оставив здесь негров и метисов, мы разлучим семьи. А это было бы бесчеловечно. Бесчеловечно! Так же бесчеловечно, как и рабство! Виски. Содовый. Чистая. Вы расстроены? Хотите виски? Содовый? Чистая. Безумный мир, где нет места добру и справедливости, а совести стараются забыть. Ваше здоровье. И вы тоже, наверное, считаете, что индейцы и негры не люди. Одно время я училась вместе с индейскими девочками в квакерской школе. Они мне очень нравились. Одна из них была даже дочерью вождя семинолов. Рея? Рэя моя жена. О, а я ведь ничего не знала. Это надо отметить как-то. Приходите сегодня вечером, посмотрите представление,
а потом вместе посидим. Спасибо, мы обязательно придем. Мы? Разве Рэй здесь? Да, мы остановились в пансионе у Брауна. Конечно, приходите вместе с ней. Я буду рада повидать ее. До встречи. Дамы и господа, позвольте предложить вам наш коронный номер. Пегги Керри! Пегги Керри, наша ирландская красавица, споет нам сегодня свою любимую песню, которая приводила в восторг всех мужчин в Форте Кинг. А это были не менее суровые солдаты, чем те, которых я вижу здесь перед собой. Пегги Керри! Playgirls in their Yankee bar. Say now, sweet beauties and ladies, ihr Make-up ist einfach wunderbar und wirkt ganz doll auf die Daddies. Aber wenn man sie bei Tag beschaut, kennt man sie gar nicht mehr wieder. Faltig, schlapp und grau ist ihre Haut und fett sind sie ohne ihr Mieder. Ist alles all right, Gentlemen? Ist das klar? Das gilt von Whisky und Bier und natürlich von mir, die noch gestern Jungfrau war. Ja, die Playgirls in der Yankee Bar. Tun so, als würden sie euch lieben und euch Daddys wird ganz sonderbar. Ihr Kerls fischt so gern im Trüben, aber wenn der Rausch verflogen ist, seid ihr bekloppt wie mit nem Hammer. Ihr habt eure Dollars eingebüßt und euch bleibt der Katzenjammer. Aber hier in der Red Snapper Bar ist alles all right, Gentlemen, ist das klar? Das geht von Whisky und Bier und natürlich von mir, die noch gestern Abend die Jungfrau war. Wenigstens bis 12 Uhr nachts. Verdammt! Ist alles all right, Gentlemen? Ist das klar? Das gilt von Whisky und Bier und natürlich von mir, die noch gestern Abend Jungfrau war. Wetten? Господа! Господа! Пусть краснокожие нам станцуют! Танцуй, индейская красавица, чего ты ждешь? Слышала, что тебе сказали? Ты будешь сегодня танцевать для нас? Исполни танец зеленого маиса или танец смерти твоих братьев в пустыне. Идем. Thank you.
Уведите фермеров в соседнюю комнату. Что вы размечтались, болваны? Играйте! Пришлите сюда Пегги. Сию минутку. Извините, джентльмены. К сожалению, вашу свободу пришлось ограничить. Это было сделано, так сказать, в государственных интересах. Благодарю, капитан. Угу. Скандал из-за дочери Омотлы нам был бы сейчас совсем ни к чему. Даже если она жена этого сумасшедшего выскочки. А ну полегче, красавчик. Мне кажется, они немного успокоились. Не совсем. Я попросил бы вас спеть, мисс Керри. О, вон оно что. Меня пригласили, чтобы отвлечь их. А вы умная девочка. Прошу прощения, я бы хотел задать вопрос представителю нашей славной армии. Пожалуйста. Это правда, что чернокожих переселят вместе с семинолами? В принципе, да. Все-таки? Но, разумеется, претензии, которые могут возникнуть в каждом отдельном случае, будут рассмотрены. Тогда нам придется тщательно просеять всех семинолов, капитан Шток. Совершенно верно. Просеем. Уброда просеем, как миленьких. Господа, этот разговор не для солдатских ушей. До свидания. Вы уже уходите, капитан. Прошу меня извинить, дела ведь не ждут. О! За вашу красоту, мисс Керри. Лучше Пегги. За вас, Пегги. Ричард. Извините. Я пришла сказать, что фермеры замышляют что-то ужасное. Что сообщает Томпсон? Сроки переселения семинолов утверждены. Он предлагает быть готовыми к военным действиям в случае необходимости. Да черт возьми. Военные действия. Это уж мое дело, а не правительственного агента. Пусть позаботится лучше о том, чтобы индейцы подписали договор и ушли вон из Флориды. Все уже предусмотрено. Семинолы отправятся в Форт Брок, а затем на грузовых судах их доставят в Нью-Орлеан. Оттуда по Миссисипи они доберутся на лодках до Арканзаса и дальше на лошадях проследуют на свою новую родину. Не понимаю, как можно на судах лодках перевезти несколько сот лошадей? Семинолы продадут их в форте, а в Арканзасе получат новых. Томпсон хитрец. Держу пари, что в Арканзасе семинолы не получат ни одной лошади. Они многого не получат. Слава богу, что армия к этому не причастна. Пусть все это проделают правительственные агенты. Надеюсь, семинолы раньше времени ничего не заподозрит. Я просил тебя об этой встрече, Омотла, потому что у меня есть важное сообщение. Я всегда был другом семинолов и понимаю, что нужно время для того, чтобы вожди объяснили своему народу необходимость переселения. Но среди вас есть вожди, которые настроены против этого. Мы поддержим того из вас, кто действует благоразумно, и пошлем его в Вашингтон, как представителя семинолов. Представитель в Конгрессе будет самым важным человеком. Он сможет многое сделать для своего народа. Ты, Омотла, станешь главным вождем семинолов, если поведешь своих братьев в Арканзас.
Тут сказано, что правительство штатов объявляет тебя главным вождем в Арканзасе. Здесь $1000, это тебе подарок. По прибытии в Арканзас ты сможешь их использовать для своих братьев. Братья, я призываю вас всех переселиться в Арканзас. Идемте за мной в эту новую для нас страну, где все краснокожие будут жить свободно. Там, и только там всех семинолов ждет прекрасное и счастливое будущее. Следуйте моему примеру. Если мы послушаемся совета Ометлы, нас ждет смерть. Он призывает нас переселиться, потому что бледнолицы его подкупили. Думай, что говоришь, Ациола. Ометла продался бледнолицам за $1000. Его ослепили деньги и грамота, которая объявляет его главным вождем семинолов. Он предатель! Чарльз Ометла, семинолы ждут от тебя ответа. Никого. Пойду доложу. Мистер Хаммер, семинолов все еще нет. Что будем делать? Ждать. Они придут. Угу. Все готово? Да, мистер Рейнс. Они наверняка пойдут вброд. Другого пути у них нет. Ниже по течению аллигаторы. А выше за поворотом мель на реке кончается. Не забудьте, индейцев не щадить, а негры нужны мне живые. Они идут. Через час будут у Броды, 200 человек. Их ведет Ометла. Ну что ж, Хаммер, я на вас надеюсь. Смотрите, только на этот раз никого не упустите. Вернись, Ометла. Ты идешь на смерть. Gib uns den Weg frei, Osceola. An der Fort haben Rains Leute einen Hinterhalt gelegt. Sie schießen euch zusammen. Gib sofort den Weg frei, Osceola. Nein! Sollen sich die Seminolen selbst zerfleischen zur Freude der Weißen? Charlie Ematla musste sterben. Предал свой народ.
Наверное, разведка. Прикончить. Ациола всех задержал! Он убил Омотлу! А нам удалось вырваться! Кого думаете обмануть, негодяи? Джо Хаммера! Напрасно стараетесь! Ну вот и все кончилось. Больше не стреляют, слава богу. Der Himmel möge ihren armen Seelen gnädig sein. Ach, du glaubst wohl, weil du eine schwarze Haut hast, musst du auch schwarz sehen. Ozeola lässt sich von Renz nicht reinlegen. Deine Haut ist genauso schwarz wie meine. Und ich sage dir, gegen die Niedertracht und gemeine Hinterlist der Weißen kann auch Ozeola nichts ausrichten. Вы слышали выстрелы, Мур? Это семинолы напали на моих людей у Брода. Мы, конечно, расправились с вашими друзьями. Но поверьте, они сами виноваты во всем. Эти упрямцы не хотят понять законов нашей Флориды. Видимо, мистер Мур не знает, где ему следует искать друзей. Во всяком случае, он обязан знать, где место культурного человека с белой кожей. Мисс Глэдис, мне кажется, я хорошо знаю, где мое место. И поэтому выбрали себе в жены индианку. Леди. Ich habe sie gewarnt, Moore. Aber sie wollten ja nicht hören. Die Indianer haben unsere Männer überfallen, die sie ins Sammellager bringen sollten. Sie könnten das nächste Opfer sein. Я советую вам уехать. И побыстрее. А эту землю я у вас куплю. И хорошо заплачу. Но только сегодня, не завтра. Я понимаю, что мешаю вам, Рейнс. А что произошло у Брода, мне известно. Нам придется тщательно просеять всех семинолов. Это же были ваши слова. Забудьте об этом, Мур. Мистер Рейнс, нас предали. Семинолы вернулись в селение. Кто-то предупредил Ацолу. Он убил Омотлу. Мы схватили несколько краснокожих. Вы предали нас. Ошибаетесь, Рейнс. Это вы предали семинолов. И не вам вмешиваться в мою жизнь и давать мне советы, с кем дружить. Я такой же свободный гражданин этой страны, как и вы. Нет, Мур. Вы предали нашу страну. Вы во всем на стороне негров и индейцев. Но управа на таких, как вы, у нас найдется. Взять его. Руки вверх. Руки вверх. Теперь пусть мистер Мур немного отдохнет. А негры его не выпустят? Оставьте ключ у себя. Ни один негр не взломает дверь в дом своего господина. Хаммер! Да, мистер Рейнс? Раздобудьте мне эту чочотер. Ациола был достаточно осторожен, чтобы не напасть на нас у Брода. Посмотрим, что он сделает, когда мы захватим его жену. Надо известить капитана Штока, чтобы прислал солдат. Верно. Столкновение индейцев с солдатами означает войну. Здесь и Ациола будет бессилен. Пошли.
Уйди, не оскверняй труп моего отца. Хрея. Молчи. Из наших людей я больше всех уважал тебя, Ациола. Ты был не такой, как другие. Ты показал нам, как можно по-новому жить. Я думала, ты взял от бледнолицых только хорошее. Оказывается, я ошиблась. Ты властолюбив, как бледнолицые, которые считаются только с собой. Возможно, отец заблуждался, но у него было свое мне. Разве это преступление, за которое убивают человека? Я не мог иначе поступить. Я тебя не понимаю, Ациола. Ты всегда призывал семинолов жить в мире. Знай, тот, кто ради мира убивает своих братьев, недостоин быть вождем. Это было не убийство, а необходимость. Дочь Омотлы когда-нибудь поймет это. Схватить Чичотер, жену Ациолы. И тогда Ациола начнет войну. Так сказал мистер Рейнс. Оба его надсмотрщика поскакали к броду на индейскую землю. Рейнс ничего не говорил о моей жене. Нет. Быстрее коня. Ружье, Бен. Скоро стемнеет, мистер Му. И вторую заодно прихватим. Скажи спасибо, если с одной управимся. Ну, пошли. Не хватило духу прикончить краснокожую. Возьми мой нож. Возьми нож. Ладно. Пошла к реке. Ей грозит опасность. Рейнс приказал похитить Чечотер. Поспеши, Ациола. Арбайка! За мной! Дай ружье! Для этих бледнолицых ничего святого нет. Они хуже бешеных собак. И намного опаснее. Они заранее замышляют свои преступления. Отвезите ее в селение. Vielleicht etwas mehr. Er wird immer wieder morden. Wenn er nicht durch uns unschädlich gemacht wird. Ich werde diesen verfluchten Mörder töten. Und wenn ich ihn aus dem Hause seines Herrn holen müsste. Dann morden andere weiter.
Таким образом, о добровольном переселении семинолов не может быть и речи. Да, так оно и есть, к великому сожалению. И немаловажную роль сыграл в этом Рейнс. Я же просил вас решить переселение мирным путем. Но поверьте, это уже невозможно. Дело зашло слишком далеко. Рейнс просит выслать со... Es sei denn, wir hätten einen Angriff abzuwehren. Und da raubt dieser Rain seinem Seminolenchef die Frau. Na, rauben ist ein hartes Wort für einen angesehenen Mann. Der Vater von Rains hatte vor vielen Jahren eine Negerin gekauft. Sie ist Deborah. Er soll sie einem Kriegindianer geschenkt haben, weil der ihm mal das Leben gerettet hat oder so. Nun gibt es aber keine Urkunde. Was soll denn das, Thompson? Ihr Interesse für Indianer und Sklavengenealogie in allen Ehren. Aber doch wohl nur als Hobby. Sie sollten mich damit verschonen. Ich bitte, etwas bemerken zu dürfen, Herr Gouverneur. Nehmen wir an, diese Sklavin Deborah wurde nicht verschenkt, sondern ist mit einem Creek-Indianer geflohen. Sie bekommt Kinder von ihm und eines dieser Kinder ist ein Mädchen, das, sagen wir, den indianischen Namen Chechoter trägt und Osceolas Frau ist. Jetzt ist der Fall nicht nur mehr familiengeschichtlich interessant, jetzt enthält er politischen Sprengstoff. Dann ist nämlich Osceolas Frau als Tochter einer entflohenen Sklavin nach Recht und Gesetz Eigentum des Farmers Rains. Der Mann hat sich nur zurückgeholt, was ihm gehört. Das значит начать войну. Мистер Му! Мистер Му! Да! Мистер Му, смотрите, сюда плывет какой-то пароход. Пароход, говоришь? А? Черт возьми. Странно. Что все это значит? Где я могу видеть капитана? Я Ричард Мур. К вашему сведению, этот причал принадлежит мне. И я его строил не для военных кораблей. Капитан Флетчер, не стоит так волноваться. Я вам все объясню. У меня есть приказ стать на якоре вашего причала в связи с военными действиями. Я протестую. Я живу в мире с семинолами и не дам его нарушать. Это мирная земля. И я не позволю, чтобы ее превращали в объект военных действий. Это ваша супруга? Разрешите представиться, капитан Флетчер. Я в восторге, что могу приветствовать на борту своего корабля такую очаровательную женщину. Этот причал моя собственность, господин капитан. И я запрещаю им пользоваться. Пребывание моего корабля у этих берегов вызвано военной необходимостью, мистер Мур. Вот именно. И поэтому я требую, чтобы вы немедленно убрались отсюда. Мадам, повлияйте на своего супруга. Разве вы не хотите, чтобы вас защитили от семинолов? От этих дикарей можно ожидать самого худшего. Особенно по отношению к такой хорошенькой женщине, как вы. Я семинолка, капитан. Дикарка, как вы говорите. Берегитесь, я укусить могу. Зачем столько маиса? Когда приедут гости, здесь будет много лошадей, им понадобится корм. Да, гости приедут, это верно. Они уже в пути. Очень рад вашему приезду. Добрый день, здравствуйте. Очень приятно. Как чувствуете себя?
Чего пялите глаза? А ну, убирайтесь отсюда. Уважаемые дамы и господа, говоря о заслугах нашего дорогого юбиляра, нельзя не отметить самоотверженность, с которой он отстаивает интересы и права фермеров. Отстаивает решительно и непреклонно. Позвольте вам напомнить, что некоторые люди в пылу предвыборной борьбы преступно забывают об интересах нашего юга. Да-да, нашего юга. И поэтому, как вы сами понимаете, нам необходим именно такой человек, как Уильям Рейнс. Я поднимаю свой бокал за будущее Флориды и за будущее Уильяма Рейнса. Благодарю вас, мои друзья. Благодарю. Все это очень похоже на спектакль. Предвыборные маневры. Не ставь бутылку возле решетки, а то твоя пленница разобьет себе голову. Будет жаль бутылку. Условия продажи земли должны обязательно распространяться и на землю семенолов. Интересно, кто этот молодой человек? Это же сын нашего соседа. Видите ли, он не позволит. И представьте себе, господа, у этого чудака имеется очаровательная жена. Удивительно забавно, я впервые встречаю такую. Она вздумала напугать нас тем, что она семенолка. Мы с лейтенантом, услышав это, смеялись до слез. Эта женщина действительно семенолка. А ее муж не такой уж чудак, капитан, как вам показалось. Он освободил своих рабов, а за работу платит им жалование. Неужели это правда? Bring das was ein. Если вы хотите поговорить с моим отцом, то сейчас это очень кстати. Я бы с удовольствием, но сегодня не совсем удобно. Ведь у вашего отца такой день. Скажите, вы не забыли ту прогулку в нашем парке, а? Мисс Глэдис, такое не забывается. Этот день я буду помнить всю жизнь. Простите, одну минутку. Уважаемые господа, я с удовольствием представляю вам нашу очаровательную Пегги Кэрри. Прошу. Von den vielerlei Nationen auf der Erde grünen Auen liebe ich die Regionen, die die Yankees kühn bebauen. Unter den Vereinten Staaten gibt es eine Perle, ja, die wie keine wohl geraten, unser schönes Florida. Oh, Florida, Florida, Florida. Du liegst zwischen Golf und Ozean, siehst dich wie ein sonniges Glamourgal an. Deine Reize, deine Schätze, für den Yankee sind sie da. Lachicola bis in den Big Cypress Swamp singt zu jedem Pianola diesen Song ein blonder Vamp. Und die Indios und die Nigger trommeln uns den Takt dazu. Und den harten Yankee-Digger lässt der Goldrausch keine Ruhe. Oh, Florida, Florida, Florida. Du liegst zwischen Golf und Ozean, siehst dich wie ein sonniges Glamourgal an. Deine Reize, deine Schätze, für den Yankee sind sie da. Thank you.
Вы, оказывается, ловелас, капитан. Рекс, я слышал, у вас в погребе хранится не только вино. Почему вы прячете от нас эту дикую принцессу? Безобразие. Мы хотим ее видеть. У мистера Райанса тоже есть дикарка? Да, представьте себе, но он ее держит в клетке. О, ничего удивительного в этом нет, она же дикая. Ну, Рейс, не будьте же эгоистом. Ну, хорошо. Хаммер. Да, Рейс. Приведите Чечетер, но будьте осторожны. Что-то же, я пойду с вами. Капитан Шток. Эй, Билл, открой клетку. Нам нужна эта птичка. Под твою ответственность. Ай, давай посмотрим, что это птичка. Вставай. Иди. О, она ничего. Ты, наверное, заверла здесь? Иди согреть. Оставьте ее. Хозяин может рассердиться. А чего его бояться? Он ведь ничего не узнает. Убежал собака. Скорее за ним! Это краснокожие подожгли дом. Теперь война неизбежна. А это как раз нам на руку. Я приказал запрячь лошадей. Вам с сестрой, пожалуй, лучше уехать в город. Это, наверное, горит тростник. Вполне возможно. А может быть, в этот час началась война с семинолами? И я хочу быть в этой войне действующим лицом, а не простым зрителем. Занять всем свои боевые места! Орудие к бою! Полный вперед! Идем в сторону брода.
направляются к броду. Они хотят помешать уйти от Циоли. Неужели ты это допустишь? Если это горит ферма Рейнса, значит, война началась. Я, наверное, напрасно достал семинолом оружие. Теперь уже этого не исправишь. Разве ты мог поступить иначе? Нет. Я пойду приготовлю лодку. Чего вы ждете? Торопитесь, к броду подходит пароход. А Циоли все еще нет. Скорее, Циоли, на реке пароход. Мы не успеем столько людей переправить вброд на наш берег. Многих перестреляют. Попробуем переправиться у лесопилки. Они все хотят уйти к Семенолу. Скоро у Рейнса не останется ни одного раба. Первое орудие! Огонь! Минуту на минуту могут появиться солдаты Томпсона. Я и Черная Пантера прикроем вас. Хорошо. Идите за мной! Скорее, скорее! Скорее! Сначала переправить женщин и детей. Остановить их невозможно. Надо помочь им уйти на тот берег. Прекратить огонь! Ложимся на обратный курс. Полный назад, быстрее! Они переправляются у лесопилки. Не палите из пушек по плотам, в них трудно попасть. Подойдем ближе, откроем огонь из ружей. Лучше обстреляйте берег. Отойдите от строений, там опаснее всего.
Быстрее давай снаряд. Что ты мешкаешь? Эй, послушай, что с тобой? Полный, самый полный, вперед! Пойду к Семенову. Паровая машина сгорела, а там для меня найдется дело. И спасибо вам. Ну что ж, иди борись за свои права. Иди с ними, Бен. Скорее, скорее переправляйтесь, сейчас появятся солдаты. Друг, я знаю, ты не можешь пойти вместе с нами, но здесь ты не должен оставаться. Бледнолицые не простят тебе нашей дружбы никогда. Зря я не продал вам тогда все это. Сейчас бы горело не мое владение, а ваше. Мое тоже горит. Как видите, эти мирные семинолы объявили нам войну, мистер Мур. Неужели вы до сих пор не прозрели? Семинолам не нужна война, мистер Рейнс. Они ее не начинали. И вы знаете об этом. Вам это тоже известно, генерал. Мистер Мур, поймите же, наконец, где ваше место. Мы с вами одинаково пострадали в этой войне. Оставьте. Так будем действовать заодно. Правительство возместит нам убытки. Освободите мне дорогу. Куда вы пойдете, черт побери, без денег? Куда? Вы же разорены. На север. Но я вернусь сюда, обязательно вернусь. И когда вернусь, таких, как я, здесь будет большинство. Что ж, вернетесь, заходите ко мне в гости. Где будет находиться моя ферма, я еще не знаю. Но Рейнсы здесь будут знать. И будут знать всегда. С Божьей помощью до скончания века. Фантазер. Это война. Она будет следовать за нами повсюду. Эту войну Соединенные Штаты начали в декабре 1835 года. Семь лет продолжалась самоотверженная, мужественная и честная борьба маленького народа семинолов за право жить на земле своих отцов.